Так, проблема с открытием багажника автомобиля Лада Калина решается очень просто. Вот эта вот кнопка, которая толкает механизм открытия багажника, ей не хватает хода, как и самой штанге, которая толкает весь механизм. Снимается шайба фиксирующая, сюда на кнопку наматывается изолента, чем больше, тем лучше, и также на сам вот этот вот толкатель, сюда также наматываем изоленту для того, чтобы со временем изолента не прорвалась, которая наматана на кнопке, которая толкает весь механизм для открытия. И багажник после этого открывается без проблем. Ну и финал. Все. Еле-еле нажали, и багажник открылся как часы. Но только видно, что он не откинулся. И выявилась еще одна проблема. Здесь вот лапка толкателя, она выходит за шплинт. Ее нужно сейчас подогнуть вниз, чтобы она не перескакивала шплинт и не стопорилась. И будет все идеально. Сейчас я это сделаю. Еще раз попробуем открыть. Так, ну давайте еще раз закроем все и проверим. Закрывается хорошо, с характерным звуком для наших автомобилей. Но это нормально для них. Давим кнопку. Слегка должно открыться. Не так, как тогда в упор давишь ее. Вот и все. Пока все хорошо. Ну и смотрим на лапку, которая у нас заскакивала. Все. То есть вот вам две причины, по которой багажник перестает открываться. Точнее, три. Не хватает хода. Назовем ее штанги. Вся она короткая и просто не хватает хода. Приходится подматывать изоленту на кнопку и на толкатель. Ну и качество металла. Происходит выработка, все изгибается и все работает не так. То есть вы сами видели, что заскочило, застряло. Ну, все решается довольно просто. Все, всем удачи, до скорых видео.